Кофе захотела я. Здрасте. Кофе. Наталья мне сейчас пишет. Кофе. Нынче ноутбанк не к месту, потому что люди голодуют. Я хочу ответить так. У кого-то есть развлекательный контент, где смеются в любое время. Да? Вот давайте, хотите, об этом поговорим. Потому что постоянные комментарии во всех соцсетях, даже вплоть до оскорблений людей, не только в мою сторону, те, которые просто реально смешат, выглядят клоунами, да, это их контент. Их люди засирают, потому что где-то что-то случилось. Я считаю так. Это контент. Почему люди, те, которые у них что-то случилось, они не забывают взять камеру, выставлять это на свои страницы и пиариться на этом. Ну, это же получается тот же самый, получается, пиар. Они же выставляют это на свои соцсети, выставляют на свои аккаунты. Где у них что-то такое там, не дай бог, конечно, вот такое вот случается, да, получается? Не будем озвучивать, все прекрасно знают нынешние ситуации. Но мы же берем камеру, мы при этом кричим, горланим, как нам страшно, но при этом мы снимаем. И выкладываем к себе на страницу. А почему же я должна есть под столом и не показывать это, потому что кто-то голодает? Объясните мне, пожалуйста. И почему я после этого остаюсь какой-то, я не знаю, как-то меня оскорбляют там или еще как-то. Я ни у кого ничего не отобрала. Почему я не должна есть? Почему другой человек не должен смешить другого человека? Им, значит, можно делать то, что они делают, то, что это у них случилось, а нам нельзя. Почему? Я никого не обижаю. Я веду свой контент, так же, как другие люди. Мы никого не оскорбили. Я нигде даже на каких соцсетях за эти темы не разговариваю. Кто-то, наоборот, идет и волочит, и волочит, и волочит, пиар на этом делает. Кто-то пишет просто комментарии, возмущения какие-то, высказывания. Ну, не так разве? Мы-то, если снимаем, ведем свой контент, мы-то при чем здесь? Мы в чем виноваты? То, что они голодают. Люди в Африке тоже голодают. Так что нам там теперь не жрать? Нам надо как крыситься, что ли? За угол спрятаться, пожрать или еще что-то. Или опять я виновата в чем-то осталась? То, что в стране творится везде, я виновата, оказываюсь. Это не первый случай. Еще одна девушка спросила, где сало? И восклицательный знак много. Привет тебе, Таринки! Ой, где сало? Сало у меня давно уже засолилось. Я солила его вместе с вами. Я не знаю, где вы были в этот момент. Где сало? Я его все не сожрала. Я при вас только тогда кусочек попробовала. И все. Кусочек здесь оставила, остальное унесла туда, в квартиру. В морозилку. Ненадолго его хватит. Кто-то сказал, сладкое мясо. Это, наверное, от медведя, медвежачья. Я же спрашивала, это же какое-то сладкое, сластит какое-то мясо, да? И мне кто-то написал, тут, наверное, медвежье. Не знаю, я тоже медведя не ела. Лось пробовала. Лося. Лосятина мне не показалась сладким. Медвежатину я не пробовала, ежатину не пробовала. Мне надо у брата спросить. У меня брат, по-моему, об этом говорил, что какое-то мясо он, по-моему, пробовал. И оно сластит, если я не ошибаюсь. Хрен его знает, я не помню. Я лапшу из кружки ем. Откуда мне это помнить? Я не помню. Ну, вот, честно слово, вот личка вся засыпана, понимаете? Личка полностью вся засыпана. Оскорблениями еще чем-то еще. Ты такая, ты сякая, там это. А там ты вообще, говорит, в курсе, что в стране творится? А ты вообще в курсе? Так мне что теперь, орать на всю эту, что я в курсе, что ли? У вас что не случится, не дай бог, вот так вот. Вы увидели что-то где-то, вы сразу же. А вы в курсе вот это вот случилось? Мне о каждой вот такой вот, это мне надо орать, что ли, на весь интернет? Я в курсе этого, я в курсе того. Где-то, может, маленько надо язык-то прижимать, наверное. И не кричать об этом на весь этот.
и не записывать видео и выставлять его к себе на аккаунт и показывать всем, что я это видела и я это знаю. Я хочу пиарниться, пиарнуться, или как там говорится правильно, на чьем-то горе и беде. У нас беда, но мы на этом пиаримся. Вам покажи доброту, доброту, хорошее дело. Хорошие дела не показывают. С чего хорошие дела показывают? Хорошие дела не надо показывать. Это на публику. А вы беду показываете. Это не на публику. Это то же самое на публику. То, что показывается в интернете, это все на публику. Жрать на публику, беду показать на публику, сраку свою в стрингах показать, это тоже на публику. Вам хоть что покажи, у вас все на публику. А вы сделаете что-то без публики? Нет. Мы только комментарии строчим. Просто комментарии чешем. И начесать их никак не можем. Я не спорю с вами. У каждого мнение свое. Я сказала свое. Надеюсь, я никем, никого этим не обидела. Я за шоколадкой. Вот. Я думаю, я никого не обидела. Я высказала свое мнение. Я считаю, я нормально как бы это. Путно как-то вам объяснила. Значит, мы должны свое, что снимаем, мы не должны показывать. А то, что у них творится, и они снимают на свои аккаунты, значит, мы им аплодировать должны. Какие вы молодцы. Не знаю. Где-то грань какая-то должна быть, мне кажется. Если ты сидишь где-то там, и ты показываешь это, и тут, ладно, ты показала там к родственникам. Нет, ты же тут же снимаешь и в интернет выкидываешь. Как тебе страшно, как тебе это еще что-то. Я тоже могу на этом пиарить, но я этого не делаю. У меня много что случается. Но я где-то считаю, где-то что-то можно показать, наверное, где-то нет. На самом-то таком уже сокровенном-то. Есть маленькая какая-то, наверное, грань, что можно показать на обсуждение, а что нет. Нет, по герам вот это обсуждайте сколько хотите. Меня 3 года обсуждают, мне насрать на это. Я это выкладываю. Если бы мне это не было бы не насрать, я бы это не выкладывала. Правильно? Но я же это выкладываю. Продолжаю выкладывать. Никогда не сходила, ни на кого не пожаловалась. Чего вы меня обижаете? А ради бога. Дай-ка шоколадку кто-нибудь будет мою. Не хочешь, как хочешь. Если человек об этом не говорит, он не значит, что он что-то ему по барабану. Правильно? Просто кто-то хочет на этом пропиариться, а кто-то нет. У нас, что бы где-то ни случилось в соцсетях, мы сразу делаем дуэты, мы сразу воруем видео, чистим и выкладываем на свои же страницы распространением этих видосов. Заметьте, я этого не делал никогда. Просто на таком не пиарится. Я буду. Я хочу. Вот, пожалуйста. Я кофе попила. Пойти мне надо это. Расчесаться, причесаться. И шмотки собирать начну. Надо какой-то пакет хороший найти, плотный такой. Мощный такой, чтобы мне до
переть прям до туда. Я вам сюда сошью это видео. Обзор моего дивана. Хотите? Сейчас закину. В этом видео будет написано. Растопырка чек дивана. Начинаю. Собираю все потихоньку. Выколупываю заначки. Да. Ой, у меня тут еще подарки. Рита экономная. Ой, что-то улетело под стол. Сейчас. Девочки, вот это вот я привезла с Москвы. Это у меня подарок от... Скажите, от кого у меня на память? Забыла. Вспомни, не скажу. Вот. От кого это подарок? Он уже второй год у меня стоит, я экономная. Берегу все время, все берегу. Да сколько у меня этого говна здесь? Девочки. Сейчас мы с вами тут вот это хоть полку эту освободю. Освободю. Да. Еще нет. Если ты заберешь свой подарок, сюда завтра придет и забьет. Тетя Света уже давно свой подарок забрала и отдала. Нет, она не забыла. Так, тихо. Она забыла. Я даже не знаю, половина чего это. Угу. Сейчас будем разбираться, что у меня где. Да, это будет обед. Вся хрень давала. Честно. А пахнет офигенно. Офигенно? Да, очень вкусно пахнет. Вкусно? Вкусно. Вкусно. Реснички. Девочка, о, господи! Мыло. Что это? Что, Майя? Ой, что это? Максут, ну это надо, это не для тебя, это женское. По-женскому. Я знаю, что это западает. Шапка. Кто говорил, черенько не надеваешь этот колпак? Волосы крашены, я его весь измораю. Пускай да. Лежит, есть пить не просит. Угу. Травина. До давай. Него тоже давай, дело дойдет. Да. Доставай. Зубные пасты. Все пасливое, Веренька. Вот духи нашлись. Да. А что я нашел? Фу. Я побегал и вот так увидел. И ведь моя дядя умеет музык. Та-дам, та-дам. Бегло идет. Идет мне? Да. Красивая я? Да. Ты надо записаться и карьера. Я забыла, даже говорю, что у меня что-то есть. Вот же я хотела, тогда покупала, помните? В машину повешать надо. Да. Вот пойду это... положу в сумку. Хорошо, положи. Спасибо за разрешение. Хорошо, говорит, положи. Хорошо. Колготки есть у меня здесь еще значные. Ой, что это? Дзынь-дзынь! Колокольчик. Тоже заберу. На шею себе повешаю, что я пришла домой. Будет отбрякивать. Ой, ой. Что тут у меня есть? Ну-ка, дойди. Патч. Иначе, духи. Это что, вот это я вообще это не помню. Что, что это такое? Это духи от Насти тогда, Настя. Мы посылочками обменивались на Новый год, по-моему. Ох, сейчас, пока все духи не найду, всеми побрызгаюсь. Вот прям реально. А так, где? Чехол. На заначке у меня лежит. Да. Это на заначке. Заказывали на Валберес. Лежат, спрятаны или нет. И что это у меня? Не знаю. Ой, Юринки, еще колготки тут есть. Ее парасоте. Да. Сколько ж у меня тут еще всего. Да. Ой, мне еще духи нашла. Да. Это я сейчас разобью. Два. Это что за духи? Они тоже худенькие.
тоже вкусненькие. Это я делаю не специально, девочки. Сейчас. Это мне кто-то сказал. Сейчас. Я тут усядусь. Ребят, подождите секундочку. Я тут усядусь сейчас. Удобно. Меня же тут во лжи всегда обвиняют. Но уличить никогда ни разу еще не уличили. Только говорят, что я лгунья. Хотя я никому никогда ничего не доказывала. Руки! Заначка. Все, уйди к Зарине. Так. Бирки кто-то просил показать. А где, говорит, у нее бирки от золота? Оказывается, они у меня даже сохранились. Какие-то вот. Чеки. Бирки. 16 831 с чем-то. Да, 50. Изготовитель, вес 5 800, вот здесь вот, и цена даже есть, 31 000. Так, здесь 16 на 16. Вот чеки о покупках. Да, правильно. Но это то, что я сейчас просто при вас нашла. Это я делала не специально. А в основном я это все время все выбрасываю. Как бы оно мне не надо. Если у кого-то какой-то загон будет, они просто пойдут в тот магазин, там все данные в компьютере есть. Ну, там, допустим, если ворованное или еще что-то. Даже если этого у меня нету, там есть квитанция о моей росписи, оригинал, а мне копию давали. Это не проблема. Так что уличите сначала во лжи. Киски мои. Так, где у меня шкаф-то? Я зацелиться не могу. Погнали дальше. Разоблачение Иринки. У меня есть подследники. Вот такие. Появина. Подождите, я другой свет включу. Отсвечиваю. Зарина, иди-ка в эту комнату. Там, а все куртки... Блин. Ой. Все куртки упали. Вот это. Вот. Там курточки свалились. Какие-то вот еще на курточке, видать, пазлы какие-то. Прилеплялки. Ладно, тоже заберем. Пенки. Духи. Да. Правильно. Правильно. 13 этажа королева. Так. Вот это я не знаю, что такое. Надо у Сабрины спросить. Вот. Вот еще. Это я в сумку всегда ложу, в сумке. Пробники. Мы завтра хотим магазин за Укой и купили тебе новую соску. Это... Патчи. Да, правильно. Там... Правильно, там подсирает. Да, да, правильно. Ты нас обидишься, Каева. Спасибо, Максу, ты мне об этом сказал уже 115-й раз. Спасибо тебе за это. Где-то крышку только что видела, еще духов. Офигенная. Офигенная, я про них забыла. И это тоже офигенная. Я говорю, я сегодня буду не просто вонять, я буду вонючкой. Так, вот такие какие-то, я не помню, тоже что-то духи. Это девичьи. Сабрине дарили в школе девочкам на какие-то праздники. Ей не понравилось. Она говорит, мам, надо. Я говорю, ну давай, пускай будет. Так, правильно. Хватит! Что там в стиле? Так. Так, так, так. Ничего. Просто... Блин, кошка! Вот еще духи. Дай. Вот еще духи. Люблю тебя потом. Это я заказывала в ТикТоке. Да. Человеку одного. Угу. Под ключи. Или под да. Карточки. Вот. Да крыса ты! Да. Навозная. Да. Еще маме мешает. Я еще та полка.
Вы не расслабляйтесь. Ну, я не знаю, просто я умираю от духов, как бы, мне очень нравится, как бы. Я просто балдею, когда духов много всяких. Это вообще шикарное. Поэтому я их и берегу. Да, там. Коробочка классная, правда, девчули? Так вот здесь вот. Хоп. Натягиваешь. Это я не помню, где я покупала. Не помню, реально не помню, честно. Ну что, тут у меня останутся ресницы жить. Накладные эти, наращивать которые. Да. Я тут немножко попозднее приберусь. Маски, расческа новая, колготки новые. Ну, все как у бабы должно быть. Короче, уйди. Теперь мне надо какой-то пакет классный. Вон там. Ну-ка, Макс, вот иди сюда. Помощник мой. Иди ко мне. Вон там наверху нам. Мне пакет доставай. Где сандалики? Пакетик там. Вот здесь, вот тут. Да, сандали убирай. Там пакет есть. Давай, доставай. Помощник. Давай. Да кидай ты его на пол, этот сандаль. Доставай пакет. Вот, молодец. Пригодился, Максут, мне. О, да. Пакетище. Да. Так, маме лампу поворачивай. Ух, ну что, девочки, погнали. Будем складывать. Ой, из багет. Чш. Не кричи. Потом еще Василек начнем складывать. Вы там окупеете. Там надо мешки картофельные. Меня самой жалко. Да. А, вот еще у меня же коробочка. Да. Крема какие-то, короче. Все есть. Но я ни хера ничем не пользуюсь. Вот да. Реально, честно. Да. Так иногда побаловаться я могу сделать маску, налепить патчи. Да. Иногда. Я не делаю, я не пользуюсь этими делами. Не знаю. У-у-у. Это Толи. С Америки, да. США. Ой, это что? Подарок Иринке. На-на-на. Сюда надо флешку, короче, попить песенку. Это я тоже берегу. Надо потому что это все вы сами занимаете. Это все на один раз. Да. Я экономлю. Это для меня очень, вот это вот для меня очень дорого. Это Олечки я собираюсь летом ехать. В Америку к ней в гости. Я поеду к ней. Так. Ну, я планирую, по крайней мере, ехать к ней. Но я не знаю, как получится полстать. Не тряси, пожалуйста, стол, мне людей жалко. Это тряпочки, короче, всякие прекрасные для ухода, для дома. Их тут у меня очень много. У всяких. Тоже раздарила уже подписчикам половину. Я, потому что делюсь я всегда, девочки, делюсь со всеми. Да. Делюсь. Да никто ничем не делится, а я делюсь, зараза. Я вот тебе подавать. Их очень много. Да. Так, еще какие-то маленькие. Подожди, Максим. Вот в таких каких-то вообще коробочках да. Есть классные. Я до духов еще не дошла. Мне не надо пока духи. Духи мне пока не надо. Мама сейчас упакует все. Маски. Маски. А, тут патчи где-то. Маски. Что? Ой, Зарина, не надо мне ничего сейчас об этом говорить. Я и так на заводе. Вот, там. Да. Время придет, поедем. Так. Да. Тут еще какая-то тряпочка. Да. Не знаю. Так, поехали мы дальше. Крема какие-то, короче, это все надо читать, пересматривать. Рыло, чем мажет, чем другой. Вот какие-то. Вот такой. Девочки, вы все равно знаете. Вот, пишите мне, что это такое. Здесь не пишите, я здесь все равно могу не найти. Вот, личку мне пишите, что это такое. Будем мазать жоп. Это, что придется. Экстра.
режиме. У меня уши горят, блин. Кто-то меня, блин, вспоминает. Еще одни патчи нашла. Я так не могу. Вот так вот. Давай вот эту мы откроем. Я уже ее тогда когда-то засвечивала, показывала. Я только ее открываю, показываю, показываю. О, они вывалились. Отойди. Выпали. Ай, блин. Куда еще брызнуть, чтобы понюхать их отдельно? Можно пахать? Упаковано. Сейчас покажу, как. Вот так вот упаковано. Блин. Вот так упаковано. Тоже за веревочку дергаете. Тут вот так вот. Вот. Угу. Это у меня тоже уже года два. Я храню. Так, вот так поставим. Давай. Это тетя Света мне дарила на Новый год. Да. Приходила в гости. Угу. Я тоже это храню, пока не дошла до этого. Так. Да. Это подарил бывший мой на Новый год. Вы сами это все наблюдали. Маски. Тоже какие-то маски. Ну, намек, короче, рожу, говорит, поправь. Крема. Вот эти крема мы отдельно положим, потому что у меня в том ящике вот этого вот, именно вот таких вот пузырьков очень много. Еще одни духи. Ну-ка! Это пользуемые надо и здесь оставить. Здесь брызгаться. Это выбросить. Блин! Давай духи будем складывать. Где у нас духи? Мы духи отдельно. Вот вторые. Да, вторые духи. А я пока найду кого-то. Третьи духи. Динь-динь, говорит, ну, четвертый. Вот эти тоже шикарные. Да, господи! Ой, вот эти обрел где? Ох ты, ёлка. На пука. Вообще офигенные. Тоже. Вот, я нашел. Это у нас еще четвертые. Открытые оставь, я их потом отдельно положу. Четвертые. Да господи! Пятые. Ну, пакет-то хоть выдержи. Давай четвертые. Я все пойму. Молодец, пятые. Пятые, пятые. Пятые и 25-е. Вот еще. Вроде. Пятые. Вот это что такое? О, тоже духи. О, это тоже духи, что ли, два штуки? Или я тут... Ну-ка, положи пены. Где? Блин. Нету резких. Я резкие не люблю. У меня резких духов нету. Я люблю сладкий запах. Так. Все, по-моему, по духам. Больше нету? Духов я больше не вижу. Да, есть. Вот. А, ну это открытый. Максут, мы не будем их ложить. Вот еще тряпочка. Да. Два крема. А вот. 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 Я нашел. Так, положи, это открытые, мне не надо их. Ух ты. А вот еще. Ой. Вот еще. Вот еще. И еще. Это какие-то витамины, короче. Да. Я не знаю. Какие там витамины? Для чего они, короче. Я не знаю, что это вообще такое. Понимаю, кто, кто знает, что это такое подарил? Вот, два штуки. Конфеты. А, три штуки, вот третья. Я тебе буду подавать. Вот какой-то. Тут-то и не найди ничего. Упало. Нет, не по-моему. Вообще по-русски я не вижу. Организация какая-то, блин, чего-то. Да. Рекомендуется для чувствительной ноги, что ли. А, кожи. А мазать, когда яйца. Зачем, я тоже не знаю. Мне надо, чтобы мне просто показали, чем что мазать. И все. А мне, я не запомню столько пузырьков, где какое место, чем намазать. И после чего его мазать. Откуда я могу знать? Тут тоже какой-то пузырек. Я. Какой-то. Новый год. Я не знаю. Мам, я узнал, это Новый год. Ух ты. Ну вот, один пакет я собрала. Один.
Да положи, Зая. Положи. Вот еще один крем. Это я собрала. Вот в этих пачках что-то надо посмотреть. Это мы. Это ой, что-то воняет. Травой какой-то, подождите. Для всех типов волос. Это для волос, ёпара. О, это ёпара, это для волос. Волосы натирать, это что ли? Лесо. Это один. Один. Их четыре штуки. Это зубая. Это для волос что-то. Бабская. Какие-то разные. Тоже тряпочка. Пошла я за пакетом. Нашла пакет вот тюки с этим. Сумка. Буду туда складывать. Да. А что делать? А я тряпочку буду. Эту туда. Я тебе буду. Макс, тут хватит перебивать. Прям голова болит. Вот реально. Иди, Зарина, играй. Не хочу. Вот. Вот еще это. Еще одна была. Туда. А, она здесь была. Зараза. Закрой шторку, меня там и сосед видит. Наблюдает, стоит. Это отдельный шифонер надо заказывать. Пачи, хреначи. Будем начинать мазаться. Будем харю мазать, чтобы рыло красивым было. Чтобы еще шикарнее выглядеть. А что делать мне? Пропадать добру, что ли? Вот еще духи, кстати, тоже туда. Настя, на это, на Настеночка, тебе спасибо. День-ночь. Вот это, по-моему, я знаю, харю мазать. День-ночь. Ну, еще один крем. Не, за всю жизнь это не использую. Вот это, говорят, чистить хорошо. Плиту, если я не ошибаюсь. Это что-то сухое, это не сухое. Это тоже не сухое. И сухое. И, короче, вот такая фигня, она говорит тоже, где второй пузырек у меня, кто его стырил. Их два должно быть. Оно очищает что-то. А, пятна какие-то там выводит, короче, да, не знаю. Два. Я в раз выводила, у меня ничего не вывелось. Два. Ты опять здесь? У меня череп заболел. Иди. Пачи. Пачим. Это пудра. Угу. Как она называется, я забыла. Ну, короче, берешь, там еще одна лежит. Так. Это для волос. Штука. Для осветленных, когда я осветляю. Осветляла, короче. Вот эту дали мне. Продали. Для осветления. Для, ну, на осветленные волосы, в общем. Для блондинок, девочки. Это что у нас? Угу. Мать сама не знает, что где у меня. Правильно. А он бы так и лежал еще годами. Реально. О, это мыло какое-то. О, вкусно пахнет это мыло. Это мыло, девочки, зараза. Будем мылиться. Я же сказала, это мой будет отдельный персональный кабинет. Я буду в прямом смысле вонять. Мой же мне сказал, я, говорит, я туда в стену, говорит, лампу кольцевую, говорит, врублю, говорит, и будешь, говорит, как русалка. Видосы снять. Столик, говорит, тебе сделаю для бомбангов. Бомбангов. А будешь, говорит. Ай, вкусно пахнет. Вот и буду как русалить там. Отрусаливать вам. Официанта какого-нибудь приобрету себе. Будь мне туда на подносе приносить. Вот это тоже. Ну, не так особо, как бы, что прям офигенно. Ну, посмотрим. Да. Я там мыло отдельный подарочный. Если я их отдельно там потом поставлю, красота у меня будет. Здесь же нету серванта ставить. Мне там, знаете, сколько мыла красивого, да, ручной работы. Да. Я же показывала тогда. Лежит в коробках все. Подарок еще, бутылка шампанского где-то там есть. Да. Я их тоже унесу туда. С фотками. Вот это я не знаю, что такое. Там Сабрина придет, разберемся. Так, пасту зубная. Конфеты все рассыпались, наверное, да? Что-то они горбатые какие-то. А нет, они в пленочке там. Конфеты тоже уберем.
Это не для тебя. Вы уже надоели мои конфеты все съедать. У вас свои есть. Это обязательно. Где-то еще одна иконка должна быть. Сейчас. Это магнитик. Еще сегодня. Чего купили опять? Чего не купят? Все, мне денег дай, да денег дай. Еще какой-то чек мне прислал. Вот вы представляете, они что-то без меня покупают. Я не вижу, что они покупают, чем они работают. Он мне только успевает чеки скидывать. Мы это купили, мы это купили. Нету. Все, ванну пропили, высчитываете с ванны. Я ничего больше давать не буду. Я сегодня опять 3500 перевела. Нету. Иконка, да, еще одна иконка должна быть. Это у нас, когда небольшая проблема, беда случилась с Зариной в 5 лет. Угу. Нам дяденька... Тихо. У нас... Потому что надо когда что-то договаривать, а когда-то можно умолчать. Об этом я говорила в начале видео. Вот. Потому что кому надо, тот придумает и доскажет без меня. Так что нам подарили иконку. И не потерять. Наверное, я ее в ящике оставила. Нам подарили иконочку. Ангел-хранитель Заринин. Вот. Дай бог, у нас все обошлось. В 4, по-моему, это было года. В 4. Это сейчас другой пакет, девочки, мы уберем. Колокольчик я тоже с собой заберу. Буду там ходить брянкать. Иконку обязательно этому ложим сюда. Ресницы здесь все пооставляю. У меня еще какая-то фигня есть для пяток. Вот эта вот штука. Короче. Какие-то мне еще Оля носочки дарила. Пленка какая-то надевается на ноги и ложишься спать с носком шерстяным. И ноги, короче, отпаривать чем-то. Я убрала, и я не знаю, надо будет найти. Я не пробовала так. Вот это какая-то фигня, я тоже не знаю. Инструкции, вот это вот все. По-моему, это для пяток. Мам. Я не знаю, что. Мама. Оу. На, это выброси, пожалуйста, сходи, зая. Будь молодцом. Одни духи я оставлю здесь. Здесь. Какие-нибудь. Ну, я же здесь еще живу. Вот эти я вот. Вот эти я оставлю и вот эти. Потому что Сабрина же тоже надо. А это? Нет, наверное, вот это. Вот эти пожестче оставлю, а это я все заберу. Понежнее. Оставлю, это заберу. Эту штучку. Сейчас еще покажу новые духи. Вот такие вот. Я показывала, по-моему. Мама. Цыц. Все, ебасил. Я сказала цыц. Все, я ебасил. Так, это мужские духи. Это я своему купила. Офигенные, обалденные. Так и быть, покажу вам. Офигенные духи. Кто знает, да, со мной согласятся. Крокодильчик нарисованный. Ой, свет. Знаете, как пас. Ах, нет. Я брызгать не буду. Очень вкусно. Офигенные. Ты что, где светки? Это офигенные духи просто. Да, это за Ремин свечки. Это что? Это мои. Тоже вкусный аромат. Где мы купили? Где мы это купили? Вот это. Тут не стоит делать. Вроде несколько раз пшикнулось. По 100 раз нажатий. Да. Я не знаю, я умираю от духов просто. Я люблю духи. Да, я чуть не умираю. Так, все. Еще один чемодан я собрала. Рекламная пауза. Продолжение следует. Иди сюда, Максим. Ой, не. Так иди сюда. Ложись все на стол, сходи. Хорошо. Молодец. Помощник мамин. Аккуратно, ничего не рассыпай. Ну, бери, бери. Мамины зубочки. Я знаю, если я сейчас все это буду выскребать из всех углов, то иначе будет куча. А то твоя. У меня стоит? Еще вот шифонер рядом стоит. Там еще больше. Пожалуйста. На пузырьки. Я жду. Сейчас.
Аккуратно на лавочку складывай, телефон уронишь. Держи. Я пойду закрою дверь. Подожди меня тут. Сейчас закрою. Вот, бери, уноси. Эту хрень мы тут оставим. Это где? Покраску я тогда сделала. Раптор тоже здесь. Клей. Щетка зубная она. Ой, а ты что? Я зубная. На, балконочек зурин тебе. Ты красивая. Это мама. Это мы купили. Подожди, если я не ошибаюсь, тебе это или нет. Нет, это не тебе, зурин. За, это не тебе, извини, пожалуйста. Я тебе другой куплю. На, за, Максут! Шапочки резиновые, ресницы накладные. Где? Так, это что-то, а зубоотбеливатель. Ой, будем брать, или здесь оставим? Нафиг он нужен, здесь оставим. Это твой Максут. На, сумочка. Это не мой блокнот. Пожалуйста, можно потише? Залей. А что, тут уже у меня кто-то тырил? Это не я. Это не я. Она сидит, лыбится. Смотрите, а вот на это лицо. Оно безвинное. Нет, это жестко. Савелин купила. Девочки. А если бы я это кому-то подарить захотела? Представь, как я бы опозорилась. Нет, серьезно, я бы как опозорилась. Я сколько раз говорила, что заначки мамины не надо брать. У меня разговор на эту тему было. Мне не жалко. Ну, то оно и заначки. Да, а там Сабина, ты сядь. И вот так. И вот так. Сядь. И без заков. Только вот. Сабина. Кому? Маме. Еще духи нашла. Не трогай. Это ты, Сая. Я все буду прятать. Я говорю, под замок просто. Без обиды, чтобы было. Да. За замок. Так. Да. Так. Давай. Супер Слим. Да. Это хрень какая-то. А, тут комаров какая-то фигня. На, тюбики с, крем... с кремами. Сабина, пожалуйста. На лавку. Ну на лавку ложите, пожалуйста. Заварзарин, отойди с того места. Он помогает, расходит меня. Че сидеть-то просто там? Это? Сабин, на. Стаканчик подмочу. Есть у меня. Вентилятор в подарок у меня есть. На. Не помню, брала. А там мама купила тебе. Краска блондинка есть. Еще. Это я здесь оставлю 3 штуки. И плюс вот это. Свечи здесь оставим. Под какашки здесь. Лак салатовый здздесь. Да. Это здесь. Это тут. Это тут. Ресницы. Да. Тут. Чего только нет. Сабин, это мой. Нас это. Мне еще надо тут документы будет пересмотреть. Да. Последники еще тут у меня. О, господи. Так. Часы. Да. Та-дам, та-дам. А где часы? Ты часы не брала? Слава богу. Зарядник. Мам, покажи. Черным цветом. Мам, с черным ремешком. Мам, покажи мне. Покажи мне. Ничего не буду я показывать. Убери на лавку. Еще одни, что ли, часы? Сами, а, это мои старые, что ли? А, это от моих коробочка. Не надо нам это. Да. Так, сейчас. Да. Никто не брал. А там у нас пенсия забрала. У нас что, дома вон? И вот к ним еще красный ремешок тоже убери. А там ремешок. Максут, возьми, пожалуйста. Сейчас.
что это все такое? Собери, на что очки. Такое? На. Ой, не по башке тебе хоть. Давай сюда это мне. Ой, вот самое интересное. Ой, посылка. Мыло ручное. Вот ты. На диван куда-нибудь туда положи скалу. Это у меня всякая фигня. А ты не я болел. Я не болел. Рожечка. А ты не болел. Ты можешь не кричать? Мне надоело тебя слушать. Сережки всякие. Что-то я иду. Кольца. Ну, короче, это все фигня. Да. И здесь еще. До хрена. Это мне не надо вот здесь ставить. Да. У меня есть распаковка чек. У меня распаковка есть чек. Мобильник. Оп. Это называется фонарик. Ай, он там стоит. Давай, Макс, вот его сюда. Вон коробку давай. Это фонарик. Ну, у него нет фонарика нихера. Вот. Завтра пойдем. Ты всегда куда-то хочешь. Завтра мы пойдем. Никуда мы не пойдем. Завтра пойдем в квартиру и заберем все наши вещи. Еще один. Да. Зонтик я потом заберу. Да, дождь. На улице будет дождь. Да можешь потише говорить? Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Косметика, заначка. Да. О, Господи. А здесь что за мобильник? Еще ты один, что ли? Ты утопила его. А, этот я утопила. Угу. Это я утопила мобильник. Он да. Просто пускай здесь лежит. Да, утопила. Ножи. Да, аккуратнее их вон туда он положи. Ножи в подарок. Смотри, нож что это? Это ножик. Это ножи. Пинцетов. Здесь его ставлю. А мой, а вон мой белый. Да. Куда ты его спрятаем? Это с модного приговора. Да. Покажи. Так они и не доехали до той девочки. Да. А здесь не было. Да, правильно, тофельки. Я их разыгрывала. Да. Девушке надо было, но адрес она мне не прислала. К сожалению. Что? Пускай пока тут стоят. Так, здесь я все? Да, у нас все есть. Так, меня там будет видно, нет? О! Да, видно. Будь здоров. Не кашляй. Не трогай, это мамина. Правильно, не трогать, это мамина. Да, это мама тебе. Ты же это маме подарила. Нет, я помогаю маме. На. Спасибо. На, это мамина. Ну, показывай. О, Господи, мне бы еще дотянуться. Да. На. Спасибо. На. Что у меня за шмотки здесь? Что за ритузы? Да, не пойму, что это. Подожди. Подожди. А, это шерсть. Ага. На. Подожди. Подожди. Не путай меня. Вот это возьми. Радио. Возьми радио. А то что, будильник? Я помню, только когда у меня так будильник. Да, кстати, это будильник. Так, это галстук твой нашелся. Это твое. Твое. Нет, давайте. Ой, что-то я нашла. Да. И где? Какие-то волосы. Да. На насадках. Да.
Вот тебе штаны новые нашлись. Большие. Почему большие? Новые штаны, я же их не носила. С широкой резинкой. Да! Они крутые, вот у них как. По-модненькому сделано. Здесь выше, здесь ниже. А это не мое. На, мерить. Классные штаны. Да, я снимаю.